Здравствуйте, дорогие зрители! Этот YouTube-канал посвящен биографиям знаменитостей всех времен и народов. Предлагаю вашему вниманию просмотреть биографию про Анри Матисса, человека, который сделал много в мире искусства, а также он является одним из лучших художников на все времена. Анри Матисс родился 31 декабря 1869 года в городке Ле-Кат-Камбрезе, что во Франции, в семье успешного торговца зерном. В то время первый наследник в семействе обязан был в будущем взять на себя дело отца. Но, видимо, мальчик унаследовал гены матери, которая любила коротать свободное время за росписью керамических поделок. Анри готовили к будущему обстоятельно. Он отучился в школе, затем в лицее. Далее строптивый сын, вопреки воле главы семейства, отправился в Париж постигать юридические науки. С дипломом, далеким от искусства, вернулся домой, где проработал несколько месяцев клерком. Его судьбу решила болезнь. Творческая биография одаренного художника началась в 1889 году, когда Анри Матисс попал под нож хирурга с аппендицитом. Восстанавливался после операции 2 месяца. Чтобы сын не скучал, мама принесла в больницу принадлежности для рисования, и Матисс начал самозабвенно копировать цветные открытки. В это время молодой человек окончательно понял, чему хочет посвятить жизнь. Мечта стать учеником столичной школы изящных искусств не давалась. Дебютное поступление Анри провалил, поэтому пришлось сначала посидеть за партами других учебных заведений, где знакомили с азами живописи. И все же в 1895 году крепость сдалась, вместе с будущим известным художником Альбером Марки Матисс поступил в вожделенную школу искусств, в мастерскую Гюстава Моро. В круг интересов в начале творчества входило современное искусство. Анри Матиссу было также любопытно японское направление. Символист до мозга костей Моро отправлял учеников учиться играть цветом в Лувр, где Анри пытался подражать классикам живописи, копируя картины. Мастер учил мечтать о цвете, вот откуда у художника Матисса зародилась страсть к поиску подходящих оттенков для передачи эмоций. В раннем творчестве уже проявилась смесь учений Моро с позаимствованными элементами у признанных мастеров кисти. Например, натюрморт «Бутылка с Хидама» отличается неоднозначностью. С одной стороны, темные цвета выдают подражание Шардену, а широкие мазки и смесь черного с серебристым – Мане. Позже Анри признавался, изучение классики быстро наскучило художнику, и он обратился к импрессионистам, в частности преклонялся перед полотнами Винсента Ван Гога. Цвет в ранних работах еще тусклый, но постепенно набирал сочность. Тяготение к импрессионизму стало преображаться в собственный неповторимый стиль. Уже в 1896 году в художественных салонах стали появляться первые творения начинающего живописца. Первая персональная выставка не произвела фурор в кругах ценителей искусства. Анри Матисс решил уехать из столицы Франции подальше на север, где попробовал силы в технике точечных мазков. В это время из-под его пера вышел первый шедевр «Роскошь, покой и наслаждение». Но и эту манеру письма мужчина не нашел родной. Революция в творчестве художника пришлась на 1905 год. Матисс вместе с группой единомышленников создал новый стиль в живописи, получивший название фовизм. Энергия красок, представленная на выставке осенью, потрясла зрителей. Анри представил 2 работы, портрет «Женщина в шляпе» и картину «Открытое окно». На художников обрушилась волна негодования, посетители выставки не понимали, как можно настолько пренебрегать всеми традициями изобразительного искусства. Основателей стиля окрестили фовистами, то есть дикарями. Впрочем, такое внимание, пусть и негативное, принесло Матиссу популярность и хорошие дивиденды, у картин появились поклонники, которые с удовольствием их покупали. Например, «Женщину в шляпе» сразу на выставке забрала американская писательница Гертруда Стайн,
а полотно «Радость жизни», появившееся в 1906 году, купил знаменитый коллекционер Лео Стайн. Чуть позже случилось знаменательное событие. Художник познакомился с еще неизвестным Пабло Пикассо. Общение вылилось в десятилетие дружбы, на протяжении которых мастера кисти соревновались друг с другом. Пикассо говорил, что смерть любого из них будет для каждого невосполнимой потерей, ведь обсудить некоторые творческие вопросы так бурно больше ни с кем. Два самых известных полотна – «Танец» и «Музыка» – Матисс написал для мецената Сергея Щукина. Россиянин заказал картины для дома в Москве. Художник, работая над эскизами, поставил цель создать нечто такое, чтобы зашедший в особняк чувствовал облегчение и покой. Интересно, что монтаж картин Анри контролировал лично, француз приехал в столицу России, где его приняли с восторгом. Самого же художника впечатлила коллекция старинных икон хозяина дома и простота россиян. Видимо, гонорар художник получил неплохой, потому как сразу поехал в путешествие. Побывал в восточной сказке Алжира, а вернувшись домой, тут же сел за работу, свет увидела картина «Голубая обнаженная». Эта поездка произвела неизгладимое впечатление на Матисса, в творчестве появляются новые элементы, мужчина создает литографии, гравюры на керамике и дереве. Очарование Востока не отпускало, француз продолжал знакомиться с Африкой, съездив в Марокко, а затем отправился в путешествие по Европе и Америке. В это время его творчество постепенно стало лишаться примет фавизма, наполняясь тонкостью и особенной глубиной, появилась связь с природой. Во время Второй мировой войны у художника нашли онкологию, после операции мужчина не мог передвигаться. В тот период Матисс выдумал новое направление в области декупажа, в основе которого лежит составление картин из кусочков окрашенной бумаги. Точку в творчестве Анри Матисс поставил масштабным проектом оформления женского монастыря в Вансе. Говорят, что художника просили только отредактировать витражные наброски, но тот с энтузиазмом засучил рукава и создал полный проект. Кстати, эту работу мужчина считал неким знаком судьбы на закате жизни и лучшей в своей копилке художественных трудов. Личную жизнь Анри Матисса украсили три женщины. В 1984 году художник впервые стал отцом, модель Каролина Жобло подарила талантливому живописцу дочь Маргариту. Однако Анри женился вовсе не на этой девушке. Официальной супругой стала Амели Парейр, с которой представитель мира живописи познакомился на свадьбе товарища. Девушка выступала в роли подружки невесты, а Анри случайно посадили рядом за стол. Амели сразила любовь с первого взгляда, молодой человек тоже начал оказывать знаки внимания. Девушка стала первым близким человеком, который поверил в его талант безоговорочно. Перед бракосочетанием жених предупредил невесту, что главное место в жизни всегда будет занимать работа. Даже на медовый месяц новоиспеченная семья поехала в Лондон, чтобы познакомиться с творчеством Уильяма Тернера. В браке родились сыновья Жана Жерар и Пьер. Супруги к тому же взяли в свою семью на воспитание Маргариту. Долгие годы дочь и жена занимали место главных моделей и муж художника. Одна из знаменитых картин, посвященных жене, «Зеленая полоса», написанная в 1905 году. Этот портрет любимой женщины поразил тогдашних ценителей искусства уродливостью. Зрители считали, что представитель фавизма переборщил с яркостью красок и откровенной правдивостью. На пике популярности, который пришелся на 30-е годы, художнику понадобился помощник. Матисс в то время с семьей переехал в Ниццу. Однажды в доме появилась молоденькая российская эмигрантка Лидия Делекторская, которая стала секретарем живописца. Супруга сначала не видела в девушке опасности, мужу не нравились светловолосые. Но ситуация поменялась мгновенно. Случайно увидев Лидию в спальне жены, Анри бросился ее рисовать. Впоследствии Амели развелась со знаменитым супругом, а Делекторская стала последней музой Матисса.
Какие отношения царили в этом союзе, была это любовь, или пара ограничивалась совместной работой, до сих пор неизвестно. Среди россыпи рисунков и картин, на которых изображена Лидия, особняком стоит полотно «Одалиска». Голубая гармония. Анри Матисса 1 ноября 1954 года поразил микроинсульт, и спустя два дня художник умер. Спасибо вам за то, что прослушали эту биографию до конца, ставьте палец вверх, если понравилось это видео, и подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем здоровья, богатства и процветания, до свидания.